Но это у нас уже конец мая, и готов цоколь. Начали кладку стен первого этажа. Уже скоро будет начинаться перекрытие. Монолитный цоколь имеет в основании плиту 400 мм и 3 метра стены с покрывающей его плитой 200 мм. Попробуем зайти внутрь. Там может быть опасно, потому что еще снимаю палку. Ну, здесь у нас, собственно говоря, холл, помещение по кладовке. Дальше там технические помещения и топочная. Ну, это типа балкончика, это у нас пруд.